Всем привет, дорогие друзья! Сегодня представляю вашему вниманию коньковые лыжи от итальянской компании SkiTrap, модель Team Skating. Купил их за 30 800 рублей. Технологии, которые использовались в производстве лыж, колодка у них Cap Air с деревянным клином, усиленный стекловолокном. Структура лыж у них считается универсальной от минус 5 до 15 градусов. Это предтоповая модель, топовая у этой компании SkiTrap Aero. Итак, друзья, приступаю к распаковыванию лыж. Они, вы видите, упакованы в пленку. Каждая лыжа индивидуальна. Итак, после удаления пленки смотрим. Вы видите, лыжи имеют две канавки. Смотрим структуру. Обратите внимание, очень мощный кант на них. Также тут обозначена жесткость. У них три вида жесткости: hard, medium и soft. Я выбрал medium. У меня вес примерно 65 килограммов. Эти лыжи имеют ростовку 186 и рассчитаны на вес. Вот вы видите. На вес лыжника 62, 73 и 3 килограмма. Вот. Также я должен буду удалить вот эту пленку. Я уже купил платформу и крепление на эти лыжи. Платформа Ratifella мне обошлась по цене 1300 рублей. И купил на эту платформу крепление от компании STC российского производства за 2300 рублей. Сейчас буду устанавливать платформу и крепление. Теперь будем устанавливать крепление на лыжи. Так, сначала устанавливаем основную часть. Сбоку на платформе есть специальные выемки, такие полозья. На обратной стороне крепления здесь вот, по бокам есть тоже такие вот выемки. Так, сверху заводим в эти полозья крепления и так прогоняем их до щелчка. Теперь пяточную часть. Она заводится снизу, тоже по такому же принципу. Оп, тоже щелчок. Чем хороши крепления на платформе, это тем, что можно регулировать их на лыжах. То есть центр тяжести можно менять в зависимости от погодных условий и состояния трассы. На жесткой трассе лучше крепление перемещать немного вперед. Перемещаются, кстати, они вот с помощью таких лепестков. Их надо немножечко вверх приподнять и в это время сдвигать крепление. Фиксируются они щелчком, опять же.
А пяточная часть, естественно, перемещается для того, чтобы подгонять под размер ботинка, чтобы пятка совпадала с вот этой вот частью. Итак, друзья, буду заканчивать на этом свое видео. Всем, кому понравилось это видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. В дальнейшем планирую выпустить еще одно видео, когда буду уже непосредственно на трассе тестировать лыжи Skitrap Team Skating. Всем пока!